Правоохранительные органы Турции распространили официальное заявление в отношении азербайджанского законного вора Надира Салифова, Лоту Гули. Туркестан.Инфо, как сообщает anikal.org, Стамбульское управление МВД Турции сообщило, что в Стамбуле задержаны и депортированы два лидера преступной организации азербайджанского происхождения. Один из них по прозвищу Лоту Гули Надир Салифов, другой Анвар С. Человек по имени. Оба считаются самыми опасными криминальными авторитетами преступного мира.